В минувшую среду в зале администрации района прошло заседание межведомственной комиссии Кашхабльского района по противодействию коррупции. Присутствовали председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, первый заместитель главы района Руслан Ямыков, начальники управлений, заведующие отделами администрации района, главы сельских поселений и их заместители. Вел совещание глава района Заур Хаймирзов. Всего в этот день членами комиссии было рассмотрено 5 вопросов. По первому вопросу о нарушениях законодательства, выявленных прокуратурой в органах местного самоуправления за 2015 год, выступила заведующая общим отделом администрации района Оксана Кидакоева. Прокуратурой района насчет администрации не было представлено, ни протестов, ни представлений не было. А вот по сельским поселениям проведен анализ, прокуратура провела проверку за 2015 год и выявлено нарушение. Эти все нарушения устранены. Далее по этому же вопросу выступили и главы сельских поселений. Они, в свою очередь, коротко рассказали о проводимой работе по устранению выявленных прокуратурой района нарушениях. Было отмечено, что в некоторых поселениях не все нарушения были устранены. Глава района Заур Хаймирзов отметил, что практически все нарушения во всех поселениях идентичны, и для их устранения установил срок до 1 мая текущего года. О нарушениях законодательства, допущенные в сфере землепользования, доложил начальник отдела имущественных отношений Каплан Мамухов. На заседании также выступили начальник управления архитектуры Нури Балоков, заведующий отделом экономики Венера Мамижева, начальник управления образованием Каси Киргашев, которые в свою очередь разъяснили методы устранения нарушений, каждый в своей сфере.